Привет, привет, мои хорошие. Ребятки, я за вами уже соскучился. Мы не виделись всего лишь что, несколько часов, а я-то соскучился. Ха-ха-ха. Ребят, ставь лайки под видео, если ты ждал нового видео. Так, это песик Хэнк. Это супер крутой летчик, ребят. Но я хочу погуляться вот таким вот крутым томиком. Без рекламы, ну совсем никуда не годится. Так, у нас здесь все готово, и у нас есть только Симбочонков. Чтобы спасти Анжелку, ребят, нам надо очень много пройти. Очень много, реально очень. Пока что мы с Томом, с Хэнком будем летать и собирать баночки эликсирные, чтобы спасти Анжелочку нашу. У-ху! Ребят, погнали! Веселые воздушные перегоны начинаются. Перегонки! У-ху-ху! Я лечу, 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 и золото я собираю. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Там-пам-пам-пу! Так, ребят. Кстати, уже, наверное, 100% есть взломанная игра. А я играю еще в официала. Надо, наверное, скачать уже взлом, ребят. И освободить Анжелку. Да, нарядить уже мы, ребят, в новые костюмы. В новые самолетики. Сегодня мы поиграем с вами в воздушный бег. Бег за золотом и погоня героев, ребят. Это крутые раннеры. Да-да-да. Хоть это и леталка вроде бы, но это считается игра раннер. Поэтому давайте, не жалейте, ставьте под видосиком пальчики вверх. А кто не подписан на мой каналчик, обязательно подписываемся. У-ху! А, и кстати, не забывайте комментировать видео. Я-то читаю все, я все вижу. Поэтому передаю всем моим подписчикам огромный-огромный привет! О-хо-хо, привет вам из космоса! У-ху! Ой, а ты лети, 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 лети. О, ребята, ребят, бим-бим-бим. Так, летим, собираем эликсирчики. Нам надо собрать очень много эликсира. Бим, и не врезаться, не разбить наш супер крутой самолетик. О, воу, воу, воу. Да, погнали. Воу. Вот это было круто, ребят. Это крутая скорость. Ха-ха. Так, один я прозевал. О, тут стрёмненько. Тут реально стрёмненько, тут можно. Воу. И врезаться. Вау! Вверх! Нет, не забрал я одну баночку, я не смог забрать, ребят. Ого, скорость, ребят, скорость вообще капецная. Я просто не выдержал, меня расквасило. Так, ребят, ну что, я врезался, ёлки-палки. Переходим, наверное, к другой уже игрушечке, да? Томик, ты нас уж, извини, 33 бочоночка ты собрал, красавчик. Но мы хотим сейчас побегать кошечкой Анжелкой, да? Кошечка Анжелка в игре «Погоня героев». Так, вот наша кошечка Анжелка, ребят. Розовенький костюм и есть голубенький. Но мне нравится вот этот. Она такая прикольная, такая Анжела-Анжелочная, да? Ха-ха-ха. Побежали, Анжела, спасать мир от енотов, которые засранчики эти. Они реальные засранцы, ребят, поэтому мы им сейчас дадим подшопку. Ух, так, Рорик, ты чего там, кофе пьешь? Ребят, это жук малой. Блин, Анжелка, я тебя спасу. Кофе пьет, ты не балуйся кофе. Бежим, подышь, еноты, получите. Бам-бам, ого, ребят, что у них там в руках? Это ты унитаз будешь чистить этой штукой, а не наезжать на мою кошечку Анжелку. На, получи тебе. Сейчас, ребят, я ему с выпрыгона. Ногой в бошку. А, тоже попало. Смотрите, с выпрыжки. Нет, не с выпрыжки, это так поддыхим. Сейчас, 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 я выберу жертву. О, ребят, пушка, вот тебе. На, смотри. Эх, не допрыгнул. Не допрыгнул я, мальдока, ребят. Ни один енот не выживет после такого. Ого, я все тут могу разбомбить. Так, ребят, кто тут против Анжелки? О, вон они, бомбилы, ребят. Ну, я с выпрыгончика, тебе и тебе. О, я им по зубам ногой. Это да. Джинджера отпустил. На тебе по яичкам. О, как мы в команде, да, ребят? А, да, мы очень крутая команда. Так, ну что? Ну что? Конфет-то много наелись на Святого Николая? Ребят, жопка не слиплась, не? Ростик, у тебя жопа не слиплась? Не, у Рости не слиплась. И у меня, ребят, не слиплась. Потому что мы любим конфеты. Мы, ребятки, которые обожаем просто конфеты. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кушали их постоянно. Брыч, 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 брыч.
Не, не хочу в Гавайи, я хочу снега, мне уже Гавайи эти за окном достали. Ребята, Гавайи, к чему? О, кстати, помните, у нас же будем играть сегодня еще в игру Tom Gold Run, бег за золотом. Так там у нас, ребята, если вы помните, что... Да, там новая локация с лавой. Пол это лава. Ух ты! Эй, ребят, Надя! Сейчас я снимаю прыгончика. Получили, да? И ты, на. С выпрыжки. Ух, перепрыгнул. Ё-моё. Ух, Анжелка, разбомби этих засранчиков. Вот так, на. Ух, ребят, сколько енотов полегло в этой битве. Уже и не сосчитать. Банс, банс, дран-дан-дан-данс. Так, кто там пишет? Эй-йоу, родителей в школу вызываете? Не-не-не, не надо. То мне уже точно попадет там за поведение. Получи, распишись. А мне монетки, а мне бы монеток, монеток кучу. Еноту дать по зубкам. На тебе, на злой енот. Злого енота мы наказали, ты плохой ему сказали, а он заплакал. Тра-ля-ля. Давай споем твою любимую песню. Злую тучку наказали. Ну давай, подпевай. Ты плохой, ей сказали. Очень. О, ребят, Анжелка врезалась. Ай-яй-яй, спасать не будем. Так, ребят, а тут мы выберем кого? Анжелка была, Том был, я люблю вот этого малыша. Джинджер, давай-давай, Джинджер. Рекламка, давай-давай, рекламка. Ха-ха. Погнали, малыш, погнали. Опа. И тут снег, и тут золото. И-ху! И тут поезда. Ух-ух. О, ребят, думаю, может нам еще с вами и Subway Surf сюда забомбить в ролик. Как вы думаете? Росик, как думаешь, надо нам в выпуске этому Subway Surf Winter Holiday? Да, тоже прикольная игруха, тоже раннер. А у нас сегодня обзор крутых раннеров. А самый крутой раннер это Gold Run. Погоня героев. И воздушный бег. А также Subway Surf, ребят. Поэтому я просто обязан включить Subway Surf. Вау, в этот обзор раннеров. Так, давайте мы хотим пол это лава. Давай, Росик, ты хочешь? О, босс! Блин, я не надеялся на босса. Придется его разбомбить. Чё он глючит? Получи, енотик ты, получи подвих. Понял, на. Ты думал, я прозеваю? Да ни в коем случае. Опа. О. Решил меня запутать, да? Да не получится, на. Я взлетаю на своем истребителе за тобой, енотишка. Бом-бом-бом-бом. Так, ребят, тут бы не стратить. А, я могу. Кукарьку. О, ребят, реакция у меня, да, крутая. Бэм-бэм, такая скорость. О, yes, я его разбомбил, ребят. Ну, и бензин у меня закончился, поэтому я его не догоню. Стоять! Так, нам пол это лава, нужен уровень, пол это лава. Где же ты? Ай! Ростислав, не дерется со мной, ты чё, парниша? Ой-ой! Нет, не пукай, ой! Кукарьку! Чуть Джинджер мой не врезался. Так, где тут тоннельчик? Я хочу пол это лава. Ты хочешь пол это лава? О, мы все хотим пол это лава. Где же пол это лава? Неужели мы в этой части не дождемся пол это лава? Я хочу. И друзья мои подписчики хотят. Сейчас еще один тоннель. Если это не будет пол это лава, то все, друзья. Я буду разочарован. И перейду к Subway Surf. Кто сказал? Я сейчас превращусь в монстра и покусаю вас всех. Мне не страшна машинка, не страшен автобус. Хочешь сдаться? Нет, конечно, я не хочу сдаться. Ребят, впереди пол это лава. Yes, я дождался. Я дождался этот уровень. Ура! Рогатка! О, выстрел получился зачетный. Тиц-тиц. Опа! Ребят, я думал, все, ластыки. Капец, и какая скорость? Я на такой скорости точно сгорю в лаве! Нет! Так, рогаточка, давай! Ого, Джинджер прыгает, ребят! Да он прям кузнечик Джинджер!
загадка, спаси меня! Ого, ого, ребят, скорость, какая скорость! Просто меня эти... Взлетаем, Джинджер, мама мия! Буги-буги, муги-муги-буги-буги! А, я прошел! Просик, держись, 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 братан! Все, ребят, я могу смело тараниться и переходить всем в серфу! Рождественская история, тарам-пам-парам-пам! Ребят, о, Санта-Клаус хочет догнать мне и навалить подарков! Не, ребят, он хочет реально мне под сраку надавать, поверьте мне, я его знаю, этого жирного дяденьку. Он как даст мне по ушам, ух, ух, как будет не сладко. Короче, надо лучше не врезаться. О-о-о, ё-моё, один ключ есть у меня? Есть, есть, ребят, о, я спасся. О, у меня есть скейт. О-о-о-о, да, здравствуй, свобода. Пиум-пиум. Пиум-пиум-пиум. Вау, поезд, ты чё? Ты чё? О-о-о, геликоптер. Ого, ого, прям скорый-скорый поезд. О, Джей, здрасте, буква Джей. Джоли, Джоли, Анджелина Джоли, я знаю. Джоли, Молли, Колли, Болли. Собираем монетки, собираем. Ребят, кому нравится эта игрушка? Ну, ну, есть кому нравится? Ну, есть кто из 2020-го? Ау, отзовитесь. Я прикалываюсь, я знаю, что она вам нравится. Так, о, у меня скейт. Так, ребят, ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну елки-палки. Давайте же к Новому году соточку тысяч подписчиков. Будет, будет вообще за чего. Знаете, все мечты сбываются. Должны сбыться все. Опа, опа. Ах, снег хрустящий под ногами. Снег хрустящий под ногами. Я лечу к своей маме. Ура, на скейтборде. Так, ребят, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, мои хорошие. Пока.